Ну это ж безостановочно, безостановочно. Мы обычно в подвал бегали. А это я что-то сидела, вот тут на диванчике сидела. И стекло прямо так летело на меня. Спрятались в подвал, а сейчас уже люди привыкают, теряется чувство страха. Это плохо, конечно. Что-нибудь пусть делают, я не знаю. Сил нет уже терпеть это все. А где папа делся? Не знаю.